Литовские баскетбольные болельщики смогут покупать билеты за криптовалюту XEM. Как сообщает CoinSpeaker, NEM Foundation сотрудничает с литовским баскетбольным клубом Lietuvos Rytas. Болельщики смогут использовать криптовалюту XEM для покупки билетов на матчи, сезонных пропусков и товаров с логотипом команды. Мэр города Вильнюса Ремигиюс Шимашус считает, что это первое в мире спонсорское соглашение станет для литовцев стимулом к принятию цифровых валют. Оба партнера стремятся к тому, чтобы в дальнейшем криптовалюта использовалась также в повседневной жизни, общественном транспорте, логистике, цепочках поставок, медицине и банковском деле.